поисках впечатлений и ярких эмоций всегда помогает вседорожная техника, особенно если речь идет о семиместном кроссовере Mitsubishi Outlander. На нем журналисты и отправились в этнографический парк «Этномир». И в прямом смысле взмыли в облака, устроившись в легкомоторном самолете, взлетающем с аэрограда «Можайский». Основан он был 6 лет назад на базе расформированного аэроклуба «Кубинки». Энтузиасты от авиации сменили прописку, но всего за год создали один из крупнейших в центральной части России частных аэродромов. Здесь можно арендовать самолет или снять ангар для хранения и обслуживания личного летательного аппарата. А парк «Этномир» представляет культуру, традиции и быт разных народов мира. За один день вы побываете в языческой Руси и научитесь плести картины, перенесетесь в Сибирь прошлых веков и отведаете чая в юрте кочевников и десерт на Восточном базаре. Через несколько лет здесь представят все части света и в подробностях воссоздадут элементы этнической самобытности множества народов мира. А вот Mitsubishi Outlander нового модельного года стал еще комфортнее. USB-порт переместился из подлокотника на центральную консоль, и еще один появился в районе задних центральных воздуховодов. Кнопки стеклоподъемников подсвечены и получили авторежим. В движение Outlander приводится 167-сильным бензиновым атмосферником. В сочетании с отзывчивой педалью акселератора двигатель резво ускоряет машину. Курсовая устойчивость улучшена за счет доработанных амортизаторов подвески. Рестайлинговый Outlander стоит в России от 1 миллиона 699 тысяч рублей. Семиместная версия предложена в двух комплектациях и стоит от 2 миллионов 73 тысяч рублей.